Чтобы пообедать здесь, требуется всего 15 минут. Обед в главном зале на 600 мест подают из кухни автоматы. Линейные транспортеры, как и почти все оборудование столовой, сконструированы и изготовлены здесь же, на ВЭФе. Стоимость любого из трех комплексных обедов, 60 копеек, можно платить монетками у входа в кассе турникета. Можно пообедать и в кредит, предъявив заводской пропуск. Его номер автоматически передается в бухгалтерию предприятия, а деньги высчитываются затем из месячной зарплаты. А это диспетчерский пульт. Радиотелевизионная связь позволяет четко и оперативно руководить всем комплексом заводского общепита. В него входит кафе, пельменная, диетическая столовая. Социологи подсчитали, что такая вот комфортабельная, оснащенная новейшей техникой рабочая столовая способствует повышению производительности труда на заводе на 7-8%.